Итак, добрый день. Перед вами очередной выпуск моего подкаста. Не удивляйтесь этой картинке. Сегодня 27 марта, день внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Когда-то я служил там целых 8 лет. Поэтому поздравляю всех ВВшников, краснопогонников с профессиональным праздником. Желаю всего хорошего. Ну и, как говорится, удачи. Но темой подкаста, конечно же, не ВВшники со своим праздником, а вот такая штука. Это такой чехол, крепкий, можно повесить на пояс, можно еще куда-нибудь прилепить. То, что внутри, держится, а внутри вот такие штуки. Эти штуки обычные переносные колонки, которые можно подключать к любому девайсу, у которого есть 3,5 мм джек или Bluetooth. Ну, способен передать по Bluetooth. То есть, когда включаешь его, горит синенький огонек. При зарядке или работе по Bluetooth он меняет свой цвет либо на красный, либо на зеленый. Также можем подсоединить к какой-либо другой системе. Заряжается через мини-USB. Также внутри есть встроенное радио. Ну, запас громкости очень-очень даже хороший. То есть колонки две. Одна как пульт управления, таким вот проводочком подсоединяется, ну, например, к телефону. Я вот к айфону своему, когда куда-нибудь на природу выходим, подключаю. И мини-USB к другой колонке. Все это прячется внутрь вот колесиками. Все это крутится, удобно, легко. То есть мне эта штука очень-очень даже нравится. Ну, чтобы звук был поинтереснее, можно сделать небольшой поворотик в верхней части, и вот она вот так открывается. То есть так звук становится, ну, как сказать, более мягкий какой-то. Ну, в принципе, вещь. Рекомендую. 5, 7, 7, 8, 4, 9, 5, 7.